Дитя войны Александра Афонина родилась в 41-м и не понаслышке знает, что такое тяжелые времена. Всю жизнь она проработала на заводе, учетчицей. Сейчас сидит дома, из-за болезни женщине сложно даже дойти до магазина. Выручает помощница. Елена Селезнева, соцработник, помогает Александре Афониной уже 4 года. Приносит продукты и лекарства, готовит, да и просто поддерживает улыбкой и доброй беседой. За эти годы женщины стали настоящей семьей, рассказывает Александра. Мне так повезло с моим соцработником. Она для меня как психотерапевт. Потому что она всегда приходит бодрая, с таким хорошим настроением, что и мне поднимает настроение. У соцработника Елены Селезневой 13 подопечных в железнодорожном районе. Все с хроническими заболеваниями. Самому молодому 61 год, а старшему 95 лет. Каждого Елена навещает дважды в неделю. Делится рабочий день привыкла начинать с аптек, где покупает лекарства своим подопечным. Раньше, если нужных медикаментов не оказывалось в наличии, приходилось обходить все аптеки поблизости. Теперь Елену выручает интернет. Женщина смотрит на сайте, в какой аптеке есть нужный препарат, заказывает и едет забирать. Конечно, приходится каждому находить свой подход, свой язык общения, потому что в основной своей массе люди с хроническими заболеваниями, люди одинокие. Свыше 14 тысяч самарцев ежемесячно получают лекарства, которые им приносят соцработники. Заработав в период пандемии коронавируса, 215 помощников награждены памятными знаками губернатора Самарской области за служение людям. Мария Левина, Сергей Баскин, «События».